Молок Устюг молоко знают все давным-давно. А сейчас производитель сделал вкусный наполнитель. Оцени скорее, дружок, сладкий вкусный творожок. 29 ноября в Великом Устюге ожидается ночью пасмурно, температура воздуха -9, -10 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Днем ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха 8-9 градусов ниже нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Компания «Металлбетонстрой» предлагает для вас железобетонные изделия любых размеров. Песок, щебень и бетон собственного производства. Быстрая доставка и высокое качество. Также предоставляем в аренду спецтехнику. Ждем вас по адресу Советский проспект, 271, территория судоремонтного завода. Телефон 275-90.